Козероги, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? В конце расклада я для вас возьму карту совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас в начале месяца – десятка кубков. Радуга, вот в начале месяца радуга над вашей головой. Даже после дождя у нас всегда выходит радуга. У нас меняется, да, выходит солнышко. Поэтому, мои дорогие, в начале октября стараемся радоваться, стараемся быть счастливы, стараемся порадовать своих близких, да, любимых людей и дать себе возможность даже самого себя радоваться, да, потому что не всегда может быть плохо. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта. Для вас это карта двойка жезлов. Двойка жезлов показывает, что вот в начале месяца, и даже если у вас будет желание что-то поменять или что-то сделать, или куда-то поехать, то пока у вас этого не получается, потому что у вас показывает, что есть привязанность к тем обстоятельствам, к тем ситуациям, к тем местам, в которых вы находитесь в начале октября. Это у вас, знаете, как будет только через ваших стремления, да, чтобы вы как-то что-то поменяли. Для некоторых это может быть, я хочу сказать, как привязка, почему-то как может быть как тяга, да, к прошлым отношениям. Давайте посмотрим следующая карта, да, для вас, что это. Карта тройка жезлов. Тройка жезлов вам предстоит на начало месяца, козероги, чтобы делали какой-то выбор. Уже то время, когда вы не должны себе привязывать к каким-то ситуациям, каким-то отношениям с прошлого, где вы были счастливы, а сделать какой-то выбор, который уже нужно его, да, не тянуть его, не задерживаться вот в начале, потому что вы как будто тянете, хотя возможности, да, делать этот выбор есть, но почему-то вы сами как будто по ногам, по рукам себя держите. Давайте посмотрим, может быть, вы держите из-за того, что вы хотите, знаете, как-то тянуть время, да, для того, чтобы вы сделали этот выбор. Может еще подождать, может быть, это десятка кубка говорит о том, что может быть этот выбор не в начале, да, месяца сделать, а именно может быть под конец, да, вот этого выбора. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта. Четверка кубков, мои дорогие женщины и мужчины. Для некоторых я хочу сказать то, что я вижу, да, может быть, как привязка, да, к отношениям. Мужчины и женщины, будьте аккуратны, потому что здесь могут быть как любовная привязка, да, от которого вы должны освобождаться. Здесь может быть через 4 ритуала, да, для того, чтобы вы восстанавливались, чтобы вы вот эту радугу почувствовали над вашей головой. Мужчина, женщина, да, который в отношении, или даже то, что вам, знаете, почему-то показывает в середине, как будто будет такое состояние, что вам нету желания ничего менять, нету ничего настроения для того, чтобы вы где-то ушли или откуда-то ушли, вам будет как будто нехорошо здесь и все. Давайте посмотрим следующая карта, да, шестерка кубков. Шестерка кубков, мужчины и женщины одиноки. Хочу сказать вам, пока вам тянется ваше прошлое за собой. Вот в октябре месяце, даже то, что вы стремитесь быть счастливы заново, даже если вы хотите этого, чтобы вы были счастливы, почему-то показывать пока у вас не получается. Потому что у вас идет какие-то воспоминания, ностальгия, мысли о своего прошлого. И вам все-таки приходится, да, может для некоторых, через каких-то ритуалы, да, через каких-то обрубки, да, и сделать этот выбор, да, почиститься, освобождаться. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине месяца. Это карта пятерка жезлов. Пятерка жезлов, мужчины и женщины одинокие. У вас будет такое состояние конфликта внутренний. Но постарайтесь, да, себе дать
возможности порадоваться чем-то. Потому что если вы будете находиться на протяжении всего месяца в этих конфликтах внутренне, вы сами можете быть истощены, вы можете, да, быть бессильны, да, может энергия упасть. Поэтому стараемся вот как-то себя дать возможности чем-то заниматься или порадоваться, не быть вот как эгоисты, да, и ничего не было, нету желания ничего решить. Те, которые у меня находятся в отношениях, постарайтесь на середине месяца, если даже вы хотите что-то куда-то поехать, может кто-то желает куда-то поехать к родным, к маме, и там есть какие-то вопросы, стараемся не конфликтовать. Да, стараемся не дать возможности, да, вот людям, чтобы вас вывели на этих эмоциях, потому что через конфликты, да, вы можете, да, сами как бы терять, да, свою вот именно хорошую энергию. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Десятка жезлов. Смотрите, козероги, мужчины и женщины, здесь как будто для некоторых закрыты дороги к отношениям. Здесь как будто есть какой-то, может, для некоторых, да, это не для всех, да, есть привязка, да, закрытость, да, для того, чтобы построили новые отношения. И есть привязка, да, к прошлым отношениям, кто-то постарался это сделать. И у вас поэтому идет внутренний, да, вот конфликт, то, что вы хотите, но почему-то у вас этого не получается. И здесь как-то через очищение, через обрубку, да, вы можете себе открыть вот эти пути к отношениям. Для некоторых, да, те, которые хотят какую-то дорогу, да, пока этого закрыто, да, ничего как бы не меняется именно на октябрь месяца, даже под конец. Давайте посмотрим следующая карта, козероги. Звезда. Через только открытие дорог, через какие-то работы, да, те, которые услышат, что есть какая-то вот, и понимают, что что-то происходит, да, они не могут построить отношения, да, только через какое-то желание, которое она в будущем будет исполняться, только через какие-то мысли, которые вы сможете, да, поработать над собой и, ну, пройти вот этот путь, который у вас есть, да. Но для многих козероги почему-то одинокие показывает то, что как закрыт путь к отношениям, как вот именно построить. Вот именно отношения могут быть не то, что отношения, да, чтобы вы встретить, а именно как семья, рождение детей, здесь как будто закрытость. Для некоторых это может быть, да, конечно, нужно лично посмотреть, может быть по родовой, да, может быть это не всегда, что кто-то еще делает, да, кто-то вас связывает. Давайте посмотрим карту совета и что вам высшие силы советуют. Бороться за свое. Если вы хотите быть счастливы, если вы чувствуете, что-то происходит, то боритесь. Боритесь для того, чтобы ваше желание на протяжении полгода, да, чтобы она исполнилась. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропустить новое видео, подписываемся на YouTube-канале.